של שם הוא בינה. ועוד השנייה, התחתונה הוא מלכות. поэтому первое имя, первая буква Гей в имени Всевышнего, она более высокая, она относится к высшим мирам, а вторая к низшим мирам. Первая бина, вторая мальхут. Векад мистаклин миле колахад, векашер мистаклим ала дварим, а колехад ки коаха бина и бе мальхут, векена шмита и анафа ювел, вегинках вешефта арц. Поэтому, говорит, в принципе, это все одно целое, потому что даже шмита, она часть ювеля, она часть юбилейного года, она как бы ответвление от него. Вягунайха бярад и стриху абдинайха. Когда же земля покоится, и рабы и рабочие должны также покоиться. Ки мишаа шинимка левед ярад эль маком хамархут ве эн лодерек лацет лохувши эля альяда. Почему? Когда его продали, он спустился на сферу мархут, вот этот раб. И Бог не может выйти, только как через шмиту. Убгинках умипнеках нема увашвиите яце лохувши хинам. Поэтому говорит, а в седьмое он выйдет. В седьмой год он выйдет на свободу бесплатно. Если мы посчитаем сферот, то седьмая сфера – это мархут. Хесед, гура, тиферет, нецах, год, есод, мархут. Поэтому он говорит, когда он выходит, то есть прямо в Торе написано, если прямо читать, он выходит в седьмой год. А здесь он говорит, выходит в седьмую сферу. ואפשר אין אבד יוצא אלא אחר שש שנים של לימוד ולא תלוי בשמיטה, אם כל זה הרי היציאה הוא על ידי מידת המלכות, ולכן תלוי בשנה השביעית למחירתו. דאשה. ודאשה, מסמדרן דו שטו, את רבה גדה פרדלי, את ניברדה יסתם שמיטה אלי נית. או שש לידו שנת רבות את זה. שיש שסטוי גוד, תא, יסי ופונצי וגברית, און גברית, יסי חשו אסטאצי, אם הוא פרקל ואית אוכה, איתה גדלי אוטרם סבודים וגברי, דאשה יסי, ему прокололи ухо сегодня, а завтра наступил 50-й год, он освобождается. Йовель освобождает всех рабов. И есть два вида еврейских рабов. Один, которого продали за то, что он что-то своровал. Второй, его продали, он сам себе продал в рабство из-за того, что обеднел. Теперь говори дальше Зоар так. Мау хинам, как мы сказали, он выйдет на свободу бесплатно. Хинам. Что это за хинам? Дела яхивле марекелу. Что? В этом случае он не должен своему господину давать. Господин его заплатил за него $600. По $100 за год, он, если он хочет выйти пораньше, то он должен заплатить. Через 2 года должен. 400 заплатить, через 3 года 300 и так далее. Но здесь все. 6 лет прошло, он выходит. Хинам. ותמיה הלא, מנקה אמר, יצא לחופשי, ידענו שהוא בלא ממון, ולמה צריך לחזם מילת חינה? הוא משיב, אל הדר הזך, ולפנה. ציפר לא מגברתה. יש לי מסקדה שאתה אומר, וחוית נסבודו, זאת שם נושא נפיסה את בספלטנה. את הלישני אסלומה. ואתם זוהר הבסנה איתה. את החינה הוא נפיסה את זה, יש סקרט. כתיב נפיס נפקניגי במדבר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. שאתה נפיסה, או מפומנו אותו שאתה מיילי ואיגיפצי בספלטנה. Дага, одно из описаний, что мы вспомнили рыбу, которую мы ели. Евреи, когда стали жаловаться, наман. Он такой, он сикой. Белабраха. Что это значит? Делахава Аллана бимицраем ольдил эла. Что они говорят? Мы ели, говорят, в Египте бесплатно. Мы ели, что хотели, как хотели, когда хотели, без благословения. Не было на нас груза мицвот. Это они жаловались. Ну, опять, что, сколько можно? Шело Айалин Мицмирами, Оль Мархут Шамай Лемала, Вехен Кан Бепируш, Хубили Оль Мархут Шамай Дилхалан, Маша Мубашвид, Яцеля Хувшила, Сот Кола Мицвот, Маша Ятех Лахина. Что значит, он выходит на свободу бесплатно? Он говорит, пока человек раб, он освобожден от мицвот. У него мицвот, как у женщины. Но когда он выходит на седьмой год на свободу, теперь он должен соблюдать мицвот. До этого у него мицвот, он был освобожден от мицвот. А теперь он должен снова делать мицвот. Дальше говорит, Артахазе, Авадин пишутин ме уль малху, дил эла вальда пишут петурин мина мицвот. Идем посмотри, говорит Зор. Простые рыбы от груза небес, с небес, поэтому они освобождены. Перуш кмоша Авадим, ка анааним петурин ми мицвот, асе ша азман грама, аль еде ше мешубадим ладоним, кмокен, эвит иври, בעל כורחו מתבטל מכמה מצוות על ידי שהוא משובד לרבו. תפיר נסם זה אלה, פרלנה, יתוש פרלנה, פדומו שתו, כנעני הזכירה, עשה הוא נבוא מצוות ככו ז'נשני.
еврейский раб, он должен исполнять мицвот, но все-таки, так как он является рабом от определенных мицвот, он вынужден освободиться, потому что он подчинен своему хозяину. Да. Он говорит, «Май оль мархут шамаим, эла ки хай тора, де явин але оль бекадмита бегин ла пака мине тав ла алма, и лав кабил але у оль ла абид миде». Он говорит так, что это значит? «Рак моше зе хашор шенот ним алав, оль баришона где лоуци мимену тов ла олам, ше яхарош ва яврадам, им эно мекабел алав зе оль». Набыка ставит это ярмо. Для чего? Чтобы он пахал. Но если он не принимает, не могут на него поставить. Есть какая-нибудь польза от этого быка или нет? Нет, он ничего не пашет, он не работает. Поэтому говорит, здесь доар, ахинами истерих ле, леварнаш лекавла але ол бекадмита, ульбатарды и флах бебе хол мад истерих. Так же, говорит, человек сначала должен на себя принять волю небес. Потом пусть служит Всевышнему. Это Шма Исраэль, то, что мы говорим. И лавка билалеха бекадмита лаяхуле мифлах. Если же он не принял на себя волю небес в начале, он не сможет служить Всевышнему. А да, удыхти, как написано, и вдует Адонай бе ира. Ира зо оль мархут шамаем кидилханан. Служите Всевышнему в страхе и трепете. Вот этот страх и трепет, что это? Это груз принятия воли небес. То есть человек сначала, если можно сказать, должен сдаться Всевышнему. Всевышний, ты сделал много мицвот, все, что ты сделал, я буду исполнять. Он должен принять на себя это. Человек, который приходит, почему это придумали, почему то придумали, почему так, почему... Он не может служить Всевышнему так, как надо. Это то, что говорит Зоар. То, Мусар на сегодня, Сефер Хасидим, глава 32, он говорит так. כל איש אוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות, אוהב את הגמילות, את גומל החסדים, מכניס אורחים, מתפלל תפילתו בכוונה, אפילו דירתו חוץ על הארץ, אינו רואה דין חיבוט הקבר, ואפילו דין של גהינם, אינו רואה. גברית ספר חסדים, עוד של אינטרסנה. שעס פיית מינות מזכון שם, לא יעקב עזרת השם. גברית אונטק. Человек, который любит справедливость. Человек или делает цдаку. Цдакот это или справедливость, праведность или цдаку. И также он любит упреки, когда его упрекают. Он любит делать добро, гмилут хасадим. Он приглашает к себе гостей. Молится с каваной. Даже если он живет за пределами земли Израиля. Энору один кибута кевер. Он от наказания в могиле побиением будет освобожден. И гейном тоже не увидит. Еще раз. Человек, который любит справедливость, любит праведность, любит цдаку, цдакот. Это вот эти три объяснения можно объяснить. Также он любит упреки. Когда ему говорят, делают замечания, он принимает их. Также он любит делать добро, гмилут хасадим. Он приглашает к себе гостей. Молится молитву с каваной. От наказания побиением в могиле он освобождается. И от гейнома освобождается, даже если живет за пределами Израиля. Дальше говорит Сефер Хасадим. Боре кама исмах либах, имя малах, мелах басар вадам, шамеш лефанай, аф киху, рима ватуля камоха. Он говорит, посмотри, если царь из плоти и крови скажет, давай, я хочу взять тебя на работу, ты будешь радоваться, чтобы ты ему служил? Ты будешь радоваться, несмотря на то, что он говорит, такой же человек из плоти и из крови, как и ты, который в конце концов будут грызти червяки? ואנו משמשים לפני מלך מלכה מלכים מקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שיש לנו להיות צמחים וזריזים בעבודתו של הקדוש ברוך הוא. Мы же, которые служим Всевышнему, Всевышнему Богу, тем более мы должны радоваться и быть проворными и шустрыми в служении Всевышнему. וכן אמרו, הווה אז כנאמר, ורץ כנשר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. Так сказали мудрецы, мы читаем это каждый день. Будь то сказали, напористый, как леопард, беги, легкий, как орел, бегущий, как олень, и сильный, как лев. Для чего? Чтобы выполнить волю Отца Своего Небесного. Сов давара коль нишма, это элю мирав, эт мисвутав шемор, кизе кола адам. И дальше что Мог говорит? Что говорит также? Конец человека, что все будет услышано. Бога ты должен бояться, его мицвот ты должен охранять, соблюдать, потому что это и есть сущность человека. И Аллаха на сегодня говорит Рамбам так. Аллахот Тфила, глава 4.
дварим аховзим отокицат. Мы сказали, что человек освобожден от молитвы или не должен молиться, если ему что-то мешает, его что-то утруждает. Что это? Говорит Рамбам так. Имая царих линкавав лоит палель вело, вехоля царих линкавав вид палель квилато тоева. Человек, который должен сходить в туалет. Но он терпит, не имеет права терпеть, должен пойти, очиститься и потом молиться. Человек же, который молился, как Рабам Рахмат, он говорил, с мусорным ящиком, полным мусорным ящиком, его молитва мерзость и должен снова молиться, после того, как очиститься. Вехозер, говорит Рабам, умитпалель ахарши асе церахав. После того, как освободился, должен снова помолиться. Ве имя холямит ацмогде парсат филато тефила. Но если он может сдержать себя на проход парса, это 72 минуты, может себя сдержать, то его молитва засчиталась. Афальпикен лехатхиле лоит палел ачи ивдок ацму яфе яфе ви ивдок некава ве ясир кихо ве ни о ве хола давара тордо ме ахар как ит палел. Но как бы там ни было, пусть не начинает молитву, пока он себя не проверил, не очистил себя от всего нечистого. И пусть ему надо сплюнуть, пусть сплюнет, надо высморкаться, пусть высморкается. Все свои выделения пусть очистит и уберет до молитвы и потом начинает. Дальше говорит Рамбам. Сейчас пройдем. Токат. Мише гихек, уфигек, увинит атеш битфилато, им лицоно гарезе мегуне. Говорит Рамбам. Человек, который грепс. Он... Не икает. У него воздух... Бёрп, да. Отрыжка. Человек, который отрыгивает во время молитвы. Или зевает, или чихает во время молитвы. Как мы сказали, Миши Гихек – это отрыжка. А Миши Фихек – это зевает. Мини Татеш чихает во время молитвы. Если он делает это сам по себе, то есть умышленно, это, говорит, отвратительно. Но если он проверил, чихать ему не надо было, отрыгиваться, все уже у него прошло. Он начал как надо, и потом вынужденно у него получилось, то с этим, говорит, в этом ничего страшного нету. Если у него слюна собралась во рту во время молитвы Шмона Эсре, то пусть плюнет себе в костюм или в джома, чтобы не мешало ему молиться. ואם היה מצטער בכך זורקו לידו לאחוריו, בידו לאחוריו, כדי שלא יצטער בתפילתו ונמצא תרות. Но если ему неприятно в свой костюм плевать, он говорит, пусть рукой сбросит это назад, чтобы это ему не мешало молиться. Совсем. Дальше. יצא ממנו רוח מלמטה כשהוא עומד בתפילה, שלא לדעתו, שוהה עד שתכלה הרוח וחוזר לתפילתו. Человек, который выпустил газ снизу, неумышленно и плохой запах, не имеет права продолжать молиться. Должен подождать, пока плохой запах пройдет, и потом продолжать свою молитву. И третий Аллаха говорит так. Бикеш лоци рух мирмата министер арбе вену йохоле амид ацмо меалех ла ахура варба амот умамтин ачитих ле арух ве умер. Человек, который чувствует, что у него должен выйти газы снизу, и он терпит, но не получается у него. Должен, говорит, отойти от места своей молитвы 4 шага назад. Там выпустить и подождать, пока этот плохой запах пройдет. Потом говорит, Рибон Аоламим, Ецартану Некавим Некавим Халулим Халулим. Говорит, Всевышний, ты создал нас с отверстиями и полостями. Галуй веду алифанеха херпатену. Тебе видна и известна и тебе виден и известен наш стыд, наш позор. Ухлиматену херпа, ухлима бехаену толе аверима беметатену. И мы говорим, ничто, позор, мы при жизни, и мы разложимся, и там будут червяки после нашей смерти. Вехозелим кому митпалели. Потом он возвращается на свое место и продолжает молиться. Потому что он говорит, Всевышний, что я могу сделать? Ты нас такими создал. Поэтому нам стыдно, нам неприятно. Поэтому мы, те, которые есть, возвращаются потом на свое место и продолжают свою молитву. На этом мы закончили на сегодня. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.